стоит и сразу будет очень идеально. Хорошо, там на ней вижу. Не, расти их подальше, шагу ставить. Рука начинает. 5, 4, 5 ложится здесь рядом. Здесь вот другой. И подножку подтянем, подтянем, подтянем. Да. 15 секунд в сторону меняете. А вы руку меняете. Меняем еще 15 секунд. Такой активный возраст здесь. 15 секунд. Ерунда полная. Друга. Вверх. 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 Сколько говорить еще. Вверх. Внимание со мной. Да, Стас, по руку скручивай. Ноги вместе. Сколько, да. Ну и что это такое? Давай, пока. Блин, заняли, по-моему, второй или первый. А, под Парижем, когда играли? Да. А, ну да. Да, да, да. И под Парижем играли. Сумку у того. Зачем? Сколько? 10 тысяч. 7,5. 7,5. Ну, не важно, все равно выглядело красиво. Красиво. Тебя все знаете. Гостик турнира, да. Я все знаю. Инстаграм животворящий. Понятно. Вот они, чемпионы. Да ничего. Я вам проеду. Старый друг сломался от газон. У меня работает эталон, энергичка. Хорошо. Поактивнее, поактивнее. По 4-5 движений будете успевать делать. И обратно возвращаемся. И пятки практически не касаются здесь травы. Здорово. Обратно на шаг перешли. На меня работаем. Левое сгибание бедра, правое сгибание голени. Меняем. Давай, 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 поплотнее бедро. Выше, поднимаем его. Руслан, здорово. Первые. Пошли. Следующие начинают без сигнала, как только рабочее место освободил. Хорош, Руслан. Хорошо. Никит, давай, набрал, набрал. Есть, Кирилл. Да, Наиль, есть. Дань, смотрю. Тимур, есть. И. Дань, да. И давай работай. Одним боком, другим. И выбежал, набрал. Отлично. Есть, есть. Хорош, Кирилл, есть. Здорово. Руслан, смотрю. Туда, обратно набрал. Хорош. Пошли, Ванька, пошли. Наш возврат. Два, возврат. Есть, хорошо, хорошо, еще чуть вперед. Пошли. Да, один. Два, сейчас хорошо было. Один. Стоп. Один есть. Два есть. Хорошо, да, туда его. Мы уже два раза отрезаемся, потому что идет передача назад, у нас ловит только из атаки. Начинай, Вань. Я ком сидя. Батина. Оп! Поджали, 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 поджали! Я! Наиль, поджали! Хорошо. Оп! Да. Пойдем, поднимаемся! Лицом! Наиль, ближе, Наиль! Ближняя! Давай. Ай, мать!
Вещаю вот эту тему. Ай! Вырежем. Роман Михайлович. Да? А ты мяч улетел. На, ё-моё, повторяй. Там, там, за воротами. Нас двумя. Ну что, Ахмат, сила? Сила. Расскажи вообще, вот в Ахмате себя используют как левого, так и правого вингера, а где тебя видят сборные? Ну и в Ахмате меня используют, видят и слева, и справа вингером, также и под нападающим. Я играл что с Динамо матч, что с крыльями крайнего. Ну, на фланге просто видят. В сборной меня видят больше тоже как нападающим. Как атмосфера сейчас в команде? Вот по ощущениям уже успели так подружиться, сплотиться? Я считаю, атмосфера в команде отличная. Ну, большинство ребят знают друг друга и по первому сбору, и по своим сборным юношеским, и по атмосфера отличная. Странных местах хотели себе, принюхать? Да. Но Вальчик, как оно? ПФЛ еще их не согласовали. Здесь на их. Игрок, который вбегает инсайд зоны, вот сюда надо тащить игрока. Рассказывай. Ну, сыграть в сторонку отлично. Чувствуем взаимодействие, связи, готовимся к Испании, так что все идет по плану. Поэтому... Победа по делу? Да. Да. Как, чем, как ты штанги заговорил? Вообще ворота отвел? Ну, один раз штангу, а второй раз я дотянулся, поэтому тут никакого секрета нет.